Просторные коридоры, большие окна, удобные раздевалки и колясочные обещают сделать в новом детском саду по проспекту Циолковского в Петропавловске. Ход работ проверила краевой депутат Светлана Галянт вместе с представителями власти, подрядчиком и будущим родительским комитетом. Контролеры осмотрели помещение и оценили качество работ. У нас получается, что основные помещения по второму этажу, групповые, полностью готовы, выполнили на второй раз окраску. И сейчас развеска потолков пойдет, монтаж оборудования, у нас предусмотрены автономные источники, помимо всего прочего, по теплоснабжению титана в каждой группе будет висеть. На сегодня техническая готовность здания составляет 94%. Практически завершена чистовая отделка. Скоро подрядчик приступит к монтажу внутренних инженерных коммуникаций и к установке потолка. Ну, уже готовность объекта процентов 90, наверное, да? По зданию у нас готовность 95%, по сути дела, осталось. Основные конструкции выполнены, остались, собственно, довести окраску по первому этажу на второй раз, выполнить и развесить потолки в плитах, ну, после окрасочных работ. И, соответственно, уже заниматься расстановкой оборудования и концевых устройств на инженерные сети, то есть вентиляционные решетки после монтажа. Вот это как раз медицинский кабинет, то, что необходимо у нас. Для... Оборудование все здесь, просто вот сейчас все это как бы грязное заканчиваем, и начинается сборка оборудования, и все уже здесь. Как вы говорите, грязная работа заканчивается, все уже, да, расстановка, сборка, уже все. Да, мы уже, по сути дела, мы уже готовы выйти на итоговую проверку. На следующей, да, может даже на этой неделе, приступаем к наружному благоустройству, это все эти покрытия. Да. Добавим, детский сад рассчитан на 120 мест. В здании обустроят залы для физкультуры, музыкальных занятий и праздников, сенсорную комнату, зимний сад, медблок и другие административно-бытовые помещения. На территории установят детские игровые площадки.